Добро пожаловать на канал Hardersat Info. Перед нами находится устройство Garmin Instinct 2S. И сейчас я покажу вам, как поменять функции кнопочек на данном устройстве. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку меню. Далее мы переходим здесь в настройки. Система. Выбираем система. Ищем здесь горячие клавиши. Находим. И теперь мы можем выбрать, например, удержание кнопки GPS, что будет у нас открывать. У нас стоит GPS, можно выбрать что-то другое, например. Давайте оставим GPS, это удобно. Также удерживайте Back, что мы откроем таким образом, удерживайте Down, что мы откроем, потом GPS плюс вот эту кнопочку, например, что мы можем открыть. У нас сейчас здесь ничего не стоит. Нажимаем, давайте выберем... Например, режим не беспокоить, чтобы было удобнее включать. Или там GPS плюс Up, то есть вот эта кнопочка Back плюс Light. В общем, мы можем выбрать на любую комбинацию какую-то функцию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.